Хрещатик, по всей видимости, вышел автомайдан. Хулиганят. Турки. Да не трогайте пацанов, пускай рука. Это не автомайдан. Ребята, а что у вас за мероприятие? Если не секрет. Не секрет. У нас армия сейчас. Как у вас в Крыму было, у нас сейчас Карабах. А, знаю. Армия! Так а там вроде бы все уже утихло передавали, или нет? Еще нет, да. Еще нет? Yeah.
Азербайджан отстаивает свой Карабах. Вот такое движение сегодня, 9 апреля 2016 года. Не все спокойно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи!